Место установки стелы «Город трудовой доблести» ульяновцы определят путем народного голосования. Об этом заявил губернатор Сергей Морозов на встрече с журналистами. Например, сегодня мы с вами вот даем официальный старт общественному обсуждению по выбору места для установки памятной стелы города трудовой доблести. Считаю правильным предоставить право выбора такого места силы самим горожанам. Напомним, о присвоении Ульяновску статуса «Город трудовой доблести» стало известно 2 июля с одобрения президента России Владимира Путина. 10 июля было заявлено о решении установить памятную стелу. Чтобы заслужить это звание, в Ульяновской области была проделана огромная работа. Уже в январе при поддержке партии «Единая Россия» создали специальный оргкомитет, куда вошли прежде всего представители Совета ветеранов промышленных предприятий. Очень много было скептиков. Нам многие улыбались и говорили, занимаетесь не тем. Мы не собирали не просто подписи, но собирали и различный информационный материал, который из музеев, из личных воспоминаний сделали определенные сборники и готовили для отправки в Москву. Трудовая доблесть – это 75 героев соцтруда после войны. Наши земляки получили, 5 человек получили звание ордена трудовой славы в Ульяновске. Их имена, наверное, нужно будет увековечить, вот то, что Василий Анатольевич сказал, на аллее трудовой доблести. Большой вклад в дело присвоения статуса сделали волонтеры. Мы стартанули 21 февраля во время мероприятий, приуроченных 23 февраля. Тогда так был наиболее, наверное, позитивный настрой от жителей нашего региона. Тогда выставили первые пикеты. Соответственно, наши ребята совместно с представителями партии «Единой России» выходили как на улицы, так на массовые мероприятия, на такие проекты, как «Песни памяти» на стадионах. Болельщики тоже ставили свои подписи. В результате 200 тысяч жителей Ульяновской области высказались за присвоение города Ульяновску звание «Город трудовой доблести». Мне сегодня хотелось бы обратиться ко всем жителям города Ульяновска. Именно предложение по установке стелы, увековечению памяти трудового подвига наших старших товарищей поучаствовать. Голосование по выбору места стелы будет проходить со 2 по 13 сентября. Ульяновцам предложат заполнить буклеты, в которых уже указано 4 места для определения места установки стелы. Аллея перед зданием железнодорожного вокзала, площадь перед ДК УАЗ, парк Победы, территория возле Ульяновского патронного завода. 5-й вариант участники голосования могут вписать свой. Буклеты будут распространяться на улицах, на территориях общественных организаций и предприятиях города. Голосование пройдет в местах, максимально приближенном к избирательным участкам. Принять участие в голосовании смогут все жители Ульяновска в возрасте с 14 лет. Итоги подведут к 15 сентября. Далее будет объявлен конкурс среди архитекторов на лучший вариант стелы. Дополнительно принято решение за счет бюджетных средств обеспечить благоустройство территории, которая будет прилегать к месту установки будущей стелы. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, новости Ул.Правда.ТВ.